Не, ну, на следствии, когда меня был затриман, я, в общем, отмовился давать показания, потому что у меня есть грунтовное, так сказать, обоснование того, как не иметь, в общем-то, на вогул отношения с этой уладой. Да? То два есть, месяца вы молчали, не давали? Не, никакого. Два месяца я не... А чекали, что зато... сегодня выпустите? Ну, было такое предчувание, особенно когда там наступил час 14 годин с 15 хвилинами, и это совпадало с тем часом, когда мне вынесли постанову об размещении в СИЗО, вернее, в ИВС одразу. Вот, то я уже как бы бачил, что час подошел, тем больше, что законодательство предугледживает то, что следший должен за 5 дён, не позднее, предоставить материалы прокурору. А покольки было молчание, то было зрозуміло, что нечто идея не так, как яны одразу подразумевали. Ну, какое у вас отчувание? Вот вы вышли тут на чистое поветро. Какое отчувание? Ну, только добро. Что, литерально, не, ну, то, что прожарки. Я вышел, приятно, что вот жонку побачу, сябра, сябров. Доброе отчувание. Конечно, зараз головное продолжать свою працу на корысть людям. Вот. Основное чувство, что потребно далее работать, как не было такого, как здарилось зараз.